какое-то ощущение такое, что вот пожар, да, вот там вот горит дом, вот, и эти дети тянут оттуда руки, да. И только одно желание хотя бы еще одного, вот вытащить хотя бы еще одного. Что заставляет людей жить не ради себя? Где заканчивается служебное и начинается личное? Счастье делать то, что ты хочешь, стоит дорого. Смотрите программу «Право на маму» 10 апреля в 19:35.